Администрация центральной аджмы мечети Махачкалы объявила второй республиканский конкурс на лучшее чтение азана. Принять участие в нем смогут все желающие, независимо от возраста. Конкурсанты должны будут отправить видео с чтением азана на WhatsApp по указанному на экране номеру. Заявки принимаются до 1 октября. Далее пройдет отбор участников для приглашения на живое чтение. Финал состоится в Большом зале центральной мечети столицы. Участников, занявших первые три места, наградят грамотами и денежными премиями. Первое место – 50 тысяч, второе – 30 и третье – 15 тысяч рублей. Как отмечают организаторы, мероприятие проводится с целью выявления лучших чтецов азана в нашей республике, обладающих красивым голосом, с возможностью их дальнейшего трудоустройства.